Власти Израиля закрыли въезд в страну для жителей Западного берега. Так, власти еврейского государства отреагировали на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали 4 человека. Этот шаг военно-политического кабинета Израиля означает, что десятки тысяч палестинцев не попадут в Восточный Иерусалим во время Рамадана. В Госдепартаменте США, комментируя это решение, выразили надежду, что ответ Израиля на атаку экстремистов не приведет к эскалации в отношениях с палестинцами. Мы понимаем желание властей Израиля обеспечить безопасность своих граждан после этого теракта, и мы всецело поддерживаем их право на это. Но мы также надеемся, что принятые меры не повлияют на повседневный быт тысяч мирных палестинцев, десятков тысяч. Большинство израильтян одобряют решение не пускать десятки тысяч палестинцев в Восточный Иерусалим во время Рамадана. Хотя есть и такие, кто опасается, что это приведет к эскалации обстановки. В ответ на это израильские эксперты утверждают, что реакция палестинцев, какой бы она ни была, не повлияет на общий ход борьбы еврейского государства с террором. Я не считаю, что решение конфликта по формуле «два государства для двух народов» положит конец террору, не больше, чем в Сирии или Ираке или Египте. Террор — неотъемлемая часть Ближнего Востока.